Троицком соборе подмосковного города Щелково в полдень 4 мая началась церемония прощания с художником и модельером Славой Зайцевым. У гроба Зайцева стоят 29-летняя внучка Мария, 14-летняя внучка Анастасия и 63-летний сын Егор. Неподобающий вид последнего вызвал возмущение и осуждение у некоторых собравшихся. Гробу, как говорят очевидцы, он якобы заявился в кожаной рокерской куртке, косухе поверх черной толстовки и черных солнцезащитных очках. Неужели у сына известного модельера, который сам занимался созданием коллекции, не нашлось более подобающий случай и уместной на панихиде по отцу одежде? Как гопник, в чем блевал, в том, наверное, и на похороны пришел, пишут под фото люди. Многие знают, что отношения сына отца были сложными, поэтому считают, что сын этим странным видом у гроба словно бы отомстил за все Вячеславу Михайловичу. Сам же покойник одет, как и при жизни, с иголочки, в сюртуке, собственного кроя и крахмальной сорочки с воротником, стойкой напоминает уснувшего прекрасного принца из сказки. Хотелось бы напомнить, что Слава Зайцев скончался 30 апреля в Щелковской больнице от желудочного кровотечения. Ему было 85 лет.